Да, еще, если вы отходите АФК, пишите об этом в РК в чате, если кто-то будет косячить. Или просто АФК. Будем кикать людей или без рола на всех боссов. Сзади шип. Бейте шип сзади, шипай на шипе. Меня подхиливают, а реф где? Встаньте все под босса, чтобы они сзади шипы не били. Бейте опять шипы. Давайте, ромбики сейчас летние. Секрет? Да, да, все идите бить босса. Лучше только выходите, не стойте по 20 секунд. Так, да. Давайте все под босса шипы кастуют. Давайте в шипы сыграли, потом в босса. Так, погнали дальше. Осколок быстренько ролим. Никому осколок не нужен? Да. Кто-то хочет зайти на осколки пособирать? Давай я зайду на QE. К нему как раз. Ходи на QE. Блин, тролль надо кому-то. Перчатки надо. Бобом передамажу. Ай, короче. Кали, Валану надо? Перус, ты на мейн рулишь? Вам удалось сквозь пелену лжи. Ты все на мейн ты рулишь или на оф? Кали, на оф еще кто-то рулит? Пасап, пойдем. Хил же есть. 240 тысяч ровно был ДПС. Посмотрите на свои руки. Задумайтесь над нелепостью их строения. Кожа, мускулы, кровь, что пульсирует в жилах. Все это говорит о вашем несовершенстве. Там много или нет? Мало. Топор, хорошо, я тебе дам топор после этого, после боя. Не, а на кого там топор? На АДК. Ну смотри, магия на дамаж немало. Ну потому что не буду говорить про магов. Может фаера делают 5-5. Не, у одного. Так какой фаер, там крита нету нихера. Как говорю, делают люди фаер в 5.5 ГС, блять, потом дают ДПС. Ни о чем. Так фаер 5.5 дает 10к. Аркана надо. Я столько фуриков 6.5 не даю, блядь. Пацаны не знают, как нам фаер собирать в 5.5. Ну пацанам походу фурика надо качать. А чё вы хотите от мага, у которого тренина, холи пала, так дальше? Есть шкафчик? Так, давайте. Там Геви чума на профи застрял, нам надо догнать его. Да. Поставьте только шкаф. Давайте шкаф, смоним сразу КВ, и я даю чек на пул. Паладины, не слакайте с бафами, сразу бафните ДК. Чек, давай, давай, давай. Тыкните на сум. Тыкните на сум. Почти прилетел.
Так, вот, кружок бафаем, а я пуляю на ДБМ. Давайте, пуляйте босса. Не забывайте бить трэш. Чё там еще? Перестабаф и лапу по ДК. А кого дали? Трэш сыграли. Давайте, лево милики, право РДД. Если кто-то где-то не снимает трэш, помогайте. С лужи выходим. Давайте быстрее трэш сливайте. Взрывается трэш. Сувы, давайте контролим. У нас будет контроль. Ушел скелет. Милики, давайте в скелет сыграйте без АУЕ дамага. Успеем уже? Нет. Выйдут. Ничего страшного, сегодня трэш побьем. Не, не будет трэша. Ладно. Следите только за законтроленным игроком. Не оконтрольте, не ауешьте. Это хил. Дайте лифу. Помогите мне здесь пилить магию следить. Веди сразу, короче, знаешь, к лестнице, чтобы мы время зря не теряли к порталу быстренько. Понашли. Контрольте человека. Уводи. Леди с квадрата, чтобы его не убило. Все, веди к лестнице, короче. Сразу идем на этот следующий портал и бьем трэш. Так. Уешь. Осколок QV. Бое после рейда. Рога надо. Плечи. Нибелунг по ролу кому-то надо. Давайте так, феру сделай макрос на ролл, дробь и ролл с двумя эланглийским. Выставьте все на панельке, кидайте быстрее. Потому что я быстро разраливаю вещи, иду дальше. Лекси Пантера, кинешь мне трейд, отдам тебе плюсы. Сегодня друг Шанана сказал, что меня в рейд не возьмут никогда. Тебя? Да. А чё так? Да я вошёл в ВК. Короче, пару боссов убил, и мне нужно было уйти срочно. Начали мне говно в ВК проблевать. Чё ты жалуешься? Я не жалуюсь, просто говорю. Мне вообще похуй. Друг Шанана? Да, какой-то там, блядь. Какой ник? Твой? Я не помню какой. Что я не помню, друзья, Шанану с Борка говорили про, ты не попадешь в рейд. Давай. Да, это гильдия была. Ник не помню. Куко Хазерот была гильдия. Кнайтс, может быть? Кнайтс. Да, Кнайтс. Китаец? Китаец, блин. Согласен. Ну давайте, мы уже догнали на трех боссов Рейд Гасси. Они на профи застряли. Блять. Так. Ну, давайте, берем все ранцы сразу. Все залетаем на корабль, я сразу запускаю. Ну там чувак какой-то в волчате собирал тоже рейд. Я запустил босса. Короче, когда я начинал собирать рейд, у него был слот. Собирал я долго, час где-то. Они уже начали бить боссов.
А у нас тут скольки ГС получат? Не знаю. 5,5, 5,7. 5,4. Саня, я думал, у тебя фуловый приз. Это другой. Чё? Другой приз у тебя, это не Томейн. Нет, это Мейн, он и есть. Ну, у ДК, а здесь Сирия на второй пушке. Не, мне на приста ничего не надо. Так, тренюсь из кораблей, ральну на всякий случай. Тренюсь из кораблей. Чё ты, еб? Ты не хочешь на ханта забрать арбалет? Не, ну ты же сказал, я же сказал на это зайти на плеча или что, сразу надо было. Ладно. Или тут кому-то прям очень сильно счеты нужны. Тебе нужно. Ни одного арбалета не помешал бы. Тут никому из хилов не надо счеты. А, не, мне надо счеты. Ладно, паролем. Нет, Финис 10 поп. Успеете налить или нет? Огонь! Левая пушка вообще не очень. Разряжайте пушки. Маг появился. Что-то нас слабо стреляет, кажется. Ты копи, я рагу. Ни хера сразу. Ну блин, потеряли 30 секунд, ничего страшного. Делай. С двумя истериями, бля. 10% разряжается слева. Не знаю, как на пушке. Давайте занимаем позицию, запускаем сразу сурка. Пока разрулю вещи, пока запустится. После целка сходим, да? Так, не выпало. Запускайте сразу. Торхран, выдвигайтесь. Чё, рыбу пильнуть не надо? Не, не надо, никто не умирал. Надо сапоги. Наручи на ретрика АДК. Смотрите, а босс стал как сова моделькой. РДД. Маги надо? Смотрите, прикол, да? Чё он стал? Как сова моделька, видишь? Босс. Вместо босса сова теперь стоит. Я сильнее и могущественнее. Бить сову. Там пританчатели на платформе. Как хочешь. Только скажи. На платформе. Давно там не танчил. Какие шутки, я первый раз. Совсем он-то пошел. Он-то поставить кто-нибудь. Дайте кулак поваром. Помните паладина Ник Тайлан? Мне когда говорят в РК Тайлан, мне кажется... Напиши. По шаманам дать? Кулак поваром. По шаману. Чё тебе мой ник не нравится? Мне когда говорят этот ник в РК, мне кажется, Таиланд. Таиланд. Блять, при чём тут Таиланд, думаю, блять. Вы что, герои? Хотите узнать? Умные воспоминания, да? Ага. Тайские шлюшки. Тайский массаж. Давайте, они уже просто первую фазу перевели.
На ком метку? Тебе или на мне, не пойму. На мне. По таргет-таргету смотри. А, ну все, забираю. Метка на демисе. Пипец, ты умеешь им дамажить? Нет. Да, ну еще придачу от ДК стоит, скорее всего. Да. Тебя маг 5-6 догоняет. Курик, ведь это круто, что 4 человека получают ачиву. Ой, он 13 месте, нормально. Они в гильдии хотят. Фурик, ФДК, Рога, Кот. Ну в ДК там все понятно. Пейды не берут. Че, это вот есть один сотку выброс. Выброс, да. Как стал? Называй матерь. Жрец, Лок. Сталкер играл, да? Выброс, да. Да. Защитник. Кто на Сирусе играет? Никто. Заебал, я играю. Умелому протовару нужен хил напарник. ПП 40+. Давайте попортуйтесь. Что такое старый-то будет? Четвертый портал. Икси Палда что-то там ролило. Или ролило. Половина стоит, половина убежала. Куда вы побежали? Там все. Бегите быстрее к порталу. Точно играйте. У шаман, уйди, вот этот маг, уйди, сагри, что ты увалил. Не хоть мне здесь вайпаться еще. Так, Гевич маг потерпел поражение от профессора Мерзоцит. У нас есть шанс догнать их. Там уже ФКшники стоят, блин. Давай чекнем. Вон они стоят, чекнем. Ну, один человек только предупредил, что ФКшит. Там есть. Пойдем в этот центр. Толпой. Все, идем на чуму быстренько. Добили там трэш.
на Сирусе рулят мишки танки. Я так пожалел, что по товару откачал. Хотя, чем сложнее, тем интереснее. Вара все-таки мобильности больше, это красиво. Диспел будет? А зачем? Филиппец, смени власть. Какую надо ставить-то, да? Я честно не знаю в этих ДК. Давай лучше, наверное, зайди на ШП. А сколько пропадают? Ну, их и так немного. Кровь, ставь кровь. Что это за... Спильни тебя. Да. Спасибо. Скажите, а сколько сова может критовать под фулл проком этим звездным огнем? 38. 37 критовал. 37 700. Там что-то 38 600, что-то такое. Просто тоже как-то обращал внимание. Я помню, Фурик бил кровожадностью 30к. Это пиздец. Вообще без цифрок играю. Заберитесь так. Без цифры играю, сука. И стаки не видишь, да? Иконку такую видишь, просто как попросили, так меняешь. Саня, ты ход, у тебя, блин, что ты без цифры играешь? Я брыги запиздили. Паладины, гнев небес, магия, кольцо льда. Дайте сейчас гнев небес, кольцо льда. Ловушки. Потом ловушки, идем на проф. О, так я бы снимал ловушки. По слову, ловушка, да или нет? По слову о политике.
Давайте забафайте звезду. Бафайте весь рейд. 20 секунд есть у вас. Хорошо, поставь. Сейчас возьму. Менеджер, прожми ледяную глыбу. Перебегайте за спину босса, не напрягайте хилов. Встаньте все под босса. Сова вот это стоит на рейнже. Встаньте все под босса. Вот Лолана сейчас выбегай на рейнже. И на рейнже будешь хилить. Ничего сложного нет. За спину перебегаем. Кош есть? Бежали за спину. Саня, выйди на рейндж. Только не выходи, Рестер Друид. Лолана, изменяй форму. А, ладно, отойдите служи. Прибежали за спину. Казак, есть бабл? Да. Снимай баблом баф. Баф снимай. Омрачев... прожми ледяную глыбу. Омрачевший. Ты... снимай глыбу, что ли. Сделай себе макрос. За спину перебежали. Очень долго бьем. Блин, потому что, наверное, у нас пол рейда 5.3 и 5 как ДПС. На милика. Васап, дай этого босса первый потанчу. Шлемак надо. Тирамус вылетел, без него понял. Так, кровь можно? Какой ник? Джон. А, блин, ладно. Будзонский ястреб. И поставь шкаф, сумани меня, пока дойду, быстрее суманете. Будзонский ястреб. Берю свой. Я вижу, что офнутый, он и там еще есть. Так, споры сносим в кружок. Квадрат. Потом попер возьмем. Наберите дистанцию 12 метров друг от друга. Понятно, походу я сдохну. Ой, Стропанелло, иди к другому шаману. Вивоп, куда ты убежал? Вивоп, куда убежал? Вива, зачем ты бегаешь в мини-зоны со спорой? Объясни мне, пожалуйста.
Он, наверное, первый раз тут. Ну, я там написал тактики, знаете, знаете. Что-то твой твин не получил. Что-то другое отвечал когда-то? На 9 забрать? Да, я тебе скажу. Сейчас я прожим еще не отдавал. Ликси Пантера, ко второму шаману правее от тебя, правее, да, отлично. Метка спала просто, к шаманам споры нужно выносить. Сейчас забирай, короче. Как будто... Танчишь еще, что-то мало. Сейчас меня обшатают, как говорят. Ну что? Тут, блядь, всякие... Понятное дело, что шатает, ты начал танчить его не на... Не после едкой гнили, когда на нем нет стаков, а когда он на нем один, два стака. Сейчас будет три стака на нем, еще будет больнее бить. Куда ты квадрат пошел? Споры. ЮВ, ё-моё, встань обратно, что... В чем проблема ваша? Жесть просто. Придется срезку прожать. Что даже без сказки Раура бьем? Паладины, где ваша кастаура? Вижу только фрост на броню. Поставьте кастауру. Жесткие вы. Мне уже жуткая картина на профи рисуется. Картина на профи. Не избегайте со спорами. Можно кровь? Пешечка. Ботинки разролим, когда убьем жилича. Я его даже чувствую. Ильич. Мало, 12 штаб. Вот, ты почти тебя догнал. Угу. На ретрика. Ты был близок. Надо кому-то? Не, да. ДС. Я релок. Не в кукле сидеть или кто-то такое сделал. Бэ, а как это у тебя топ, топ дымага от ледяного удара, блядь? Все, захиливайте. Я за АДК, когда тоже играл, тоже ЛП бил. Поле 20 дают, если рыжий топор есть. Давайте подходим, шкаф ставим и... Суманим пацана. А, тогда базар в ноль. Я просто думал, как это ФДК 6 тонн, блин, 9,5. Это не его персонимит. Ладно, я так понял, что тут 5 человек не знают тактик. Пожалуйста, если появится красный слизень, отбегите от него, бегите как можно дальше. Остальное время стойте в метке, звездочки. Все проще простого.
Надо кого-то освободить или нет? Блять, я же не МТ. Че это? Кино сводил. Блин, кам для раздуплиться можно. Давай, секундка. Так, ладно, пойдем пока 24 чекнем пол. Бибас, бибаб тут. Бабиб. Бахните магов. Каск. Крестоба в лапу, дайте магам. РДД. Когда вылазит неустойчивый слизнюк, зеленый слизень, то есть мы набираем максимальную дистанцию от него. Ждем, пока выберет цель, и только тогда идем его бить. Бессиво. Огонь, блядь. Да, не знаю. Да веди, веди. Мы, короче, сразу его отсекаем. Да похуй. Там похуй вообще. После стана будете всекать. РТД, встаньте все в звездочку. Милики, стойте у зеленого слизня. Короче, сейчас РТД, отойдем к звездочке. Милики, встаньте в одну точку. Короче, чтобы вы смотрели за спину этого слизня. Чтоб если вас откинет, вас откинуло к звезде. Ну, в принципе, он уже не сменит таргет. Ленухи, читай внимательно. Вязкая гадость. Нужно отбегать от вязкой гадости, чтобы не получать урон. Химическая бомба, то же самое. Не стойте под ней. Она уменьшает вашу меткость, наносит урон. Манажер улетел на колбе, сейчас и сдохнул. Давайте в красного сыграли сейчас. Смотрим на облако газа. Если облако газа меняет цель, милики отбегает от него. Потому что если облако газа дойдет до вас, это будет взрыв и вайп. Лалана, подымай этого манажера. Отбежали от вязкой гадости, пельмени называется. Шаль. Бойную колбу словил, молодец. Давайте, РД, встали в звездочку, все зеленые слизни. Милики, в зеленого слизня играйте. Если вас откинет, отбегайте в звездочку. Все, отбежали от зеленого. Не бежать на зеленого слизня, отбежали в звездочку. Все, бежали с череп, бейте зеленого слизня. Бежали сейчас от пельменей и от луж. Дайте бафы по манажеру. Красный слизи не выходит. Облако газа. РДД переключились в облако газа. Милики, ждем, пока выберет цель. Милики, играем в облако газа. Профу сейчас не идем, там колбы. Милики, видите? Колбы, две штуки, слева, справа. Оббегаем их. Опять перемене. Убежали от перемене. РДД встали в звездочку. Зеленый слизнулись. Сейчас пойдут пельмени, будем бежать за звездочкой. А нет, все. Отбежали от зеленого. Отбежались в черепок. Полбу, ёба. Все, сейчас переход какой-то. Ой. Не вылез. Повенька. Замедлить. Сразу не дисплейте, дайте замедлить. А, сама падает, готовьте, блять, корону. Значит так, сейчас кинешь боб на цель красного. Отбежали все к столу. Все к столу сейчас.
На Гудзона кидай. На звезду кидай, Боб. Все в красного сыграли. Отбежали от пельменей. Давайте, все в красном, быстрее. Тут вайп будет. Да нахуй ты от меня убегаешь, ты? Мне на цели красного. Все, нормально. Повезло. Убери. Сорян, по привычке. Баб, ты чё там делаешь? Биба, по чё он там делает? Летает на колбе. По колбе прыгал минуту где-то. Раздавить хотел. Не знаю, нам дамажит с толку от такого игрока. О, Грац, сколько вас. Бибоп надамажил как протопал. Нормально. Я вообще не бил. Ты куклей бил. Дамажил библа. Бойпа. 4к он дал нормально. Че, есть к чему стремиться. Коритель. Завоеватель. Тоже завоеватель получал. Ладно, дай ему. Пускай будет. Пал получал. Кавышка. Как дела? Пошли дальше. Ребята, у меня полчаса осталось, мы успеем. Красивый. А сам как думаешь? Сколько мы в рейде уже? Ну, 40. Да неправда. Нажимайся. Я в контроле. Подождите, там шаман вылетел. Хильти, Лекси Пантера, спой гимн ХП. Мысль вылетел. Будьте гимн на ХП, присты гимн на ХП, давайте. Чего пою? Меня нет, сейчас я бегу. Трой шаман вылетел. Давайте, у нас есть 15 минут, чтобы квест сделать. Квест? Ну да, квест, квест. Кирита маска, контроль звезду. Ой, это кружок. И все, короче. Лекси Пантера череп. Сава Паладин, который покаяние кинул. Играйте в лича.
давайте следующий контроль. Вот звезда, кружок Киритамаска, череп, Лекси Пантера. Лекси Пантера, знаешь, чем контролить комбо вообще? Давай я череп за контролю. Квадрат какой-то, ретрик покаяния. Казак, Илти, из покаяния на квадрат. Вот зачем ты сейчас начал контролить? Вы ж не добили трэш. У вас есть глаза вообще? Давайте гнев небес и кольцо льда по трэшу. Бейте тактику все. Давай Сакру. Сакру давай. Играйте все в тактика. Станешь сам? Войт, поднимай длинноухого. Давайте в кружок играем. Олег, слышно, не меня? Да. Слышно. Мне надо АПК 15 минут. Вы мне бабло перевели, надо снимать, потому что потом их хуй сниму. Мне 15 минут? Я АПК-ну. Сколько ты сказал, 15 минут? Да, 15 минут. Я в Долоран, ты тебя меня. Камень Долоран и потом персимоним. Да, хорошо, все, я тут. Звезду. Вот этого типа надо нам спасти, видите, квадрат. О, как квадрат, говорю, череп. Череп. Все в тактика сыграли. Вставайте. Кого поднимаем? Биба, вот этот QE. Да я тут, я тут. Теперь люди встали, сразу дали бафы. Так, дайте добежать. Дайте боб. У тебя 2 минуты КД на боб, так что толку. А, ну да, я же нажимал. Блин, написано 17 тысяч урона в раз в 2 секунды. Прошибает, по-моему, больше. По 19, блядь. 19-100. Давай, шкаф. Ребаф мне, пожалуйста. Кавчик и ребаф. Сейчас дадим КД самому Нока. Чё, какие бафы надо? Рыбу, если можно, еще. Стои. Я потанчу твои. Дживс возле рыбы. Привет. Привет. Забафайте. Да. Каску, пристабав лапу еще раз. Чек на пол. Лап ХДК. Дали лапу, пошел макрос на пол, сразу лап, все брали. Кулак дай типа ДК, этот, как его, казак, по-моему. Казак, дай кулак по ДК. Сейчас дам, да, даю. Набрали все дистанцию. Первый волонар. Будет вихрь. Поставьте. Ну ладно, не надо ничего ставить уже. Пахать не дали никто, блядь. Ну блин, вот этот казак Слава, мы шел в честь. Я дал. Видишь, он говорит, что дал, а ты говоришь, что не дал. Кому из вас верить? Я по ДК дал, смотри. Нету на ДК кулака. Я не знаю, кому ты давал там. Может, ты спутал ДК с шаманом? Нет, там нет. Аддон иногда багается. Попробуй еще разок дать. Выделить таргет. Цель Леда Шторм. Использовать. Что там? Давайте в келе играем. Сверху подбить. Он до нас, не знаю, некому подбивать. Всего лишь один хант и всего-навсего три шипы их.
Хант, я думаю, он не справится с этим. Блин, а где его жалко? Давай, 13 лимов осталось. Да дал бы чё. Нас в сферы поубивали. Казак. Могу еще Старфол случить, да? Давай я посмотрю, кто его получил. Казак, казак. Казак, слава, красава. Зачем ты бьешь масса ОЕ дайте шарики? Или ты не знаешь? Ца я не знал, вот именно ца я не знал. Или ты не знал, или ты забыл. Это я не знал, вот серьезно. Здесь а самое плохо, когда не знал, еще и забыл. Okay. Не, я честно говорю, я это не знал. Я только впервые 25-ку пошел. Ну вот ты вот идешь в рейд, да? Ты как интересуешься вообще, что там в этом рейде находится? Какие вопросы, какие способности? Впервые в 25-ку хожу, а в десятке что-то по-другому? Отойдите сейчас, отойдите. А в десятке я не знал вот про это. Это правильно. Короче, есть отдельный канал на ютубе? Там все рассказывает, подробности. У Войда есть канал на ютубе, там подробно все показывает. Ну, ты не поймешь. Знаю, посмотри на вот сейчас баф ДК. Теневой резонанс. Получаем урон от темной магии меньше на 35%. Келесет бьет магией тьмы. Какой вывод можно сделать? Правильно, никакой. Когда становится активный келесет, на нем ХБ появляется, то он начинает бить по 90 тысяч по танку. Без этого бафа 35% танк умирает с одного удара. На ДЦ, надо кому-то. Поэтому очень важно не убивать эти сферки. Не, ну если ты мишкой и падаешь и протоваром, ты говёный там. Тебя никто не спрашивал, блядь. Чего? Чего, простуженный? Да. Замет по голосу. Ну да. Давайте пока, блин, пацанов. Звезда Кирита Маска, Кружок, Санни. Отойдите все, Бибап, уйди оттуда, ты и так дамажишь 200 тысяч, с чем ты впереди стоишь, уйди. Расконтрольте этих мобов, будем играть в череп. Отойдите все далеко. Подальше занесите. Огонь, короче, законтролили, блядь. Давай звездопад позаконтролили, вообще красава. Дал звездопад. Это не звездопад, это гроза. Нет, это я после звездопада, да. Ну, когда уже все прибежали. Давайте, маги, кольцо льда по трэшу. Паладин и гнев небес. Казак, ты знаешь, что делать на лане? Да, я знаю. Ну если десятка и 25-ка не отличаются, то да, знаю. Ну вообще-то отличаются. Ну я знаю то, что сбегаться надо и разливать лужу, ну если на тебя два. Нормально. Если там что-то еще, то расскажите. Ну, все то же самое, только с пактом три человека сбегаются. И будешь под стеной разливать. В том случае бабл прожимать. Я знаю, в паладину можно бабу прожимать, я знаю. Ну, Титан, иди на босс. На 15 человек просто. Ладей. Не прожимай бабл, если на тебе лужа. Там единственный вариант, если кидается лужа, а через 5 секунд идет антифой, этот фир от босса. Тогда нужно... Ну, иди там, Олег, я... Умер. То вдруг тебе антифир не кинут, перестай, и все, ты умрешь. Тебя не захилят. Пока демос. Бля. Давайте быстрее этот раз подаем. Давайте, гнев небес, кольцо льда, быстрее. Танк упал. Забафайте танка сразу. А вы ламу убили, Олег? Не. Я ключ прожал, как ты меня не захилил? Потому что ты был под станом, спас от белой.
можно захилить так. Ключ топ-девка. Да какая топ-девка, ты чё? Вот дефил он 1020, я понимаю, было бы охеренно. Вот так хуйня из-под коней. Ну давайте шкаф сумоним еще одного лока. Этот гиви навали уже. Опаздываем, да? Сейчас догоним. Все. Каску по локу, зашли за линию, чек. Килы по центру и сбоку. Не слышу, что ты говоришь. Я голодна. Молодец. Пак, Гили, Гильдиас, Суслятинка. Жаль. Перетаманский. Чеманивший. Сейчас будет взлетка на цель, на которой будет тень, нужно антифир дать, хотя бы попытаться. Ставьте тотем на антифир. Он не срабатывает сразу. Ага, вот Стайфол умрет. Не? Кожу даже не прожал. Не, антифит топ пацаны дали. Давайте, все на дистанцию вышли. Давай. Сакру, давай, гимн от хил спели. Ну, короче, можно раздавать. Дистанцию набрали. Дистанцию опять набрали. Сова у диссендера. Выйди. О господи, нет, куда ты несешь в рейд? О нет. Нормально, чё? Повезло. Да хуй, чё? Глору ему сразу с лича. Спасибо, что укусили. Очманевший. О, как мне кто-то дал? Не, Войт вангует, ебать. ДС. Вторая или третья линия? ДС сразу, типа, да? Да.
Россия. Завоеватель. Здорово! Сейчас смотри, сумки багруха, да? Ебать, хвост. Или Дамаска. Алло. По этот покоритель. Манажер получал уже? Нет. Я сумку потерял, блин. Как ты мог потерять сумку? Сумку в сумке потерял. Это же не вот связка так. Ключей. Уже какая-нибудь ебаная связка ключей. Вы говорит, потеряли роскошь, что вот Джордж. Заткнитесь, высыпь, ребят. Тут просто 384 штуки руды с ранитого лежит. Да хрен поймешь, что где. О, слышишь, что на почту высылай. Иду просеивать. Кальцедонию продавать. Люди картоху на драке просеивают. Это раньше кальцедоний стоил бабок немерено, хотя 3 копейки. А, не интересует. Мне бы на сиру сел. Сейчас сколько голды? А, не знаю. Косарей что есть? Нет, еще. С ума сошел. РДД. О, милики, звезду, РДД, кружок. Я лет лям накопил голды. Что ты говорил? Там голды накопил. Да нет, там было 700 тысяч, потом я начал тратить. Че тратить голду? Что ты говоришь? А что голду минуту? Ну не знаю, я покупаю людям сокеты и чарки. Я не знаю, куда тратить голду. Мне бы на Сирусе 700 тысяч. Я бы нехай там вчаривался, бля. О, блин, забыл сказать, бейте вот эту бабу, которая ледяная шарка стоит. Потом бейте вторую, она призывает трэш. Да вы же хаос. Давайте, у меня время мало, прям очень мало. Ну так давай. Давай за этого, за этого за хила. Да мы так отхилим, главное бить трэш. Звездочку. Иди танч весь трэш, а васа в звездочку потяни, будем звезду бить. Гилти, вставай, беги сам бой. Звезду играемся. Потом тяни просто следующего, я метку, нет времени ставить. У нас лица нету. Ебать, следующий. Забери. Там осталось уже. Кружок. И на рекорды бы залили. О, класс. Да, ну они на мне висят, не знаю. Там Индра такой ордру есть. Звезду бьем. Мы вверху мы залили. Спейте гимн на ману. Поставил ТТМ.
отлично. Последний моб. Так, они уже валю хилят. Захилили уже 70%. Мы уже догоняем.